Здорово, роднули мои! Как вы вообще без меня скучали, наверное? Потому что я по вам капец как скучал. По ютубчику, по лайкам, по комментикам вашим, особенно по подпискам. Как вы поняли, меня не на самом деле украли инопланетяне. Это мы все графикой дорисовали, вот этот луч и всякое такое. Буду с вами откровенен. Вот уже 5 лет я веду канал на ютубе. Собрал команду, пилю видосики. Если вы думаете, что это легко, то да, вы правы, это легко. Мне действительно это легко дается. Я кайфую здесь, я чувствую себя рыбой в своей тарелке. Я чувствую себя как рыба в воде. Я понимаю, что это мой путь. И я искренне рад, что вы все 5 лет идете вместе со мной. Давайте же обнимемся, братаны! Но от любого занятия, пусть даже самого любимого, самого лучшего на свете и приносящего вам гору удовольствия, можно рано или поздно устать. Особенно если работаешь каждый день без выходных и не позволяешь себе ни единого отпуска. Когда ты много работаешь над техноканалом, то всем вокруг почему-то кажется, что так и должно быть. Подписчики знают, что есть такой канал, подписаны и смотрят видосы и в принципе не заморачиваются, что где-то кто-то их делает. Маркетологи и пиарщики многих брендов за время существования канала поняли, что он никуда не денется, уже начали охреневать. Некоторые думают, что мы в их штате прям работаем, возомнили себя нашими начальниками. Да, Данил? Но не боги горшки обжигают, и прошлым летом, в августе, во мне что-то сломалось. Только благодаря усилиям моей любящей жены, моей семьи и, конечно же, команды меня удалось из этого дерьма вытащить, и теперь, благо, все закончилось, депрессухи уже вот год как нет. Однако в конце весны этого года я начал что-то подозревать и крайне начал бояться повторения той самой прошлогодней истории. Поэтому я решил уйти в творческий отпуск на 3 месяца с 1 июня по 1 сентября, заниматься абсолютно чем угодно, но не касаться делов команды. Команда была полностью от меня отделена, я никак не вмешивался в их дела, не контролировал процессы. Безусловно, можно было бы остаться и мне все эти 3 месяца по-прежнему работать, ничего бы не изменилось, но я посчитал, что не хочу быть чуваком, который создал канал Stupid Mad World и в конце, через 5 лет, просто взял и поехал кукухой. Пока команда все эти 3 месяца плодотворно трудилась, я занимался тем, что эмоционально всячески себя наполнял. Я лепил горшки, шил эко-сумки, которые, кстати, продавал подписчикам на сходке, респект всем, кто пришел. И даже снял своей жене клип, но об этом чуть позже. Самый главный вопрос, который вас всех интересует, ради чего мы в принципе все сегодня собрались, за сколько я продал канал? На самом деле нет, я канал не продавал, канал все еще мой, он принадлежит мне. И все парни, которые присутствуют на канале, это в принципе мои подписчики, потому что если вы не знали, года 2 тому назад я среди вас проводил конкурс, где среди вас же и отбирал себе команду. То есть моя команда — это вы сами. Только ленивый в комментариях не спросил, где Макс, какого хрена, где этот жирный проклятый уродец обитает. Вот я, чуваки, я вернулся, 1 сентября, все отлично, я буду снимать ролики, и небольшая рокировка в команде все-таки произошла. Мы решили немного подумать над тем, как нас реорганизовать, что делать из контента, и, в принципе, ради этого я вас сегодня собрал, и да, можете накидать немного говнишка мне в комментариях за то, что я использовал кликбейт. Ну, потому что в условиях современного YouTube никак по-другому нельзя. Ты не делаешь кликбейт, тебя не смотрят. Ну, а мы-то на YouTube собрались для того, чтобы нас смотрели. Ха! Не думайте обо мне плохо, я не настолько меркантильный хрен, чтобы взять и продать канал. Это то детище, в которое я вкладываю душу вот уже более 5 лет. И, как мне кажется, даже несмотря на довольно скромные показатели охвата аудитории на сегодняшний день, мы занимаем очень нужную нишу в русском техноблогинге. Stupid Mad World — это канал уникум. Пусть мы и не номер один в этой сфере, но мы создаем неплохой фон, и на нашем фоне растут отличные каналы-миллионники. Сама сфера IT многим стала интересна благодаря нашим видосам. Хоть мы и не профессионалы, порой тупим, делаем абсолютные глупости, но, как мне кажется, мы делаем это стильно и, самое главное, с юмором. Мы лишь маленький кирпичик в этой огромной стене под названием IT-индустрия. Мы маленькая капля в море. Если не будет кирпичика, то стена не развалится. Если не будет капли, то море не станет меньше. Если нас не будет, то никто не заметит отсутствие. Но с нами, согласитесь, гораздо веселее. Если вы вспомните, каким был техноблогинг еще лет 5 тому назад, то это был просто стол,
посылка из Китая, нож, который разрезает эту посылку, ужасный свет и, в принципе, все. Люди даже лицами своими не светили. Ну а мы, в свою очередь, привнесли в техноблогинг творчество, и, как мне кажется, вам это понравилось. Каждый день на Ютубе появляются десятки разных каналов. Вайнеры, приколисты, люди снимают обзоры киндер-сюрпризов и многого другого, но вот что-то в техноблогинг люди не особо пытаются идти, потому что перегораешь в этом деле чертовски быстро. 5 лет и все, тебя нет, ты не можешь больше прикасаться к этим чертовым смартфонам. И, как вы понимаете, в этом и заключается большая проблема. Я веду техноканал, но, честно, я не хочу делать обзоры на эти проклятые смартфоны. Они у меня уже вот здесь стоят, видеть их не могу. Но я прекрасно понимаю, что именно это и есть наш основной трафик. И все подписчики, которые приходят так или иначе на канал, они приходят смотреть обзоры смартфонов. Обзоры смартфонов будут на нашем канале, это безусловно, в моем исполнении в частности. Но просто дайте мне еще немного времени, пока я к этому не готов. Мне, кстати, есть что рассказать про свой аппарат основной, это Google Pixel 3a. Его я считаю как лучшим смартфоном 2019 года, так и абсолютным ублюдком. Я его ненавижу всей душой. Мне есть о чем рассказать, и я вам расскажу о нем как минимум в 2 видосах. Я буду на обзор со временем брать новые смартфоны, но только те, которые будут вызывать у меня хоть какие-то эмоции. Также на канале мы больше решили не экспериментировать с новыми ведущими, а каждому развивать свой проект. До конца сентября с Алишером еще выйдут несколько видосов. Так, например, он съездит на выставку в Берлин, на ИФУ, покажет вам ее, ну и после этого, возможно, еще сделает пару видосов. Скорее всего, чувак пойдет работать либо на бэкграунд, либо организует что-то свое. Булу мы будем развивать его канал, и если вам нравится рубрика Mad News, то проходите по ссылке, подписывайтесь на Булата, он крутой ведущий, и Mad News будет выходить там, возможно, под чуть-чуть другим названием. Работы нашей команде совершается все равно очень много, но, как показывает практика, совместные усилия не приводят к синергии, а напротив, идут отписки, идет сплошной негатив со стороны зрителей. Ну а для чего иначе нам еще этот канал, если не веселиться с подписчиками, если не приносить вам радости и не радовать вас различными крутыми видосиками? А их есть у нас. Если людям не заходят те или иные ведущие в рамках этого проекта, если люди требуют этого, то, пожалуйста, пусть так и будет. У каждого ведущего будет отдельный канал. В общем, мы возвращаемся к истокам, но только уже с новым возросшим скиллом. Моя команда подросла, теперь я могу на них возложить вообще любую задачу. 3 месяца отсутствия для них прошли как один день, они в легкую это восприняли. Отдельное, огромное спасибо хочу сказать Алишеру, чувак, просто человечески тебе респект лично от меня за то, что все 3 месяца ты не падал духом. Хотя, честно говоря, из-за сезонных просадок мои доходы немного пошатнулись. Я не буду у своих зрителей просить помощи, донатов и всякому такому. Я придумал что-то более крутое. Так мы с парнями задумали сделать свой продакшн. Мы открыли студию под названием Crop.kz. Если вам нужно сделать видео любой сложности, любой длительности, с эффектами, без эффектов, с обработкой звука, без обработки звука, пожалуйста, обращайтесь к нам, Crop.kz, ссылка есть в описании под этим роликом. Это наш продакшн, мои парни ведут его. Мы можем вести ваш YouTube канал. Если у вас выходит не более 5 роликов в месяц, длительностью не более 10 минут и там простенький монтажик, то мы можем взять весь ваш продакшн на себя. Это будет стоить всего лишь $350. Если что-то большее вам нужно, пожалуйста, ну там и цены уже будут другие, все с каждым будем отдельно обговаривать. Поэтому, пожалуйста, Crop.kz, приходите к нам, заказывайте. Делая заказы на нашем продакшене, заказывая у нас видеоролики, вы поможете нашему проекту расти и развиваться дальше. И таким образом мы сделаем SMV Great Again. Пум. Вот список видео, над которыми мы уже работаем. Это видосы, которые выйдут в ближайшее время на данном канале с моим участием, поэтому обязательно подпишитесь, поставьте лайк, не забудьте прожать колокольчик. Ну и самое главное, о чем я хотел сказать, мы моей жене завели канал. Она у меня чертовски творческая личность, она там делает разные крутые штуки. Пока планируется выход видео 1 раз в неделю. Канал жены это будет той самой отдушиной, куда я буду сливать всякое дерьмо из своей головы. Обязательно подписывайтесь везде, где только можно, ставьте свои лайки. Ну а самое главное для меня, что наконец-то отпустила депрессу.